Нет, мне вообще пофиг. Ну что там? Места слишком много в машине. Здорово, брат! Помаши маме ручкой! Ты лишь его брат. Брат, понеслась, но я тебя не вижу. Вот такая дорога, да? Дорога сейчас почищена хорошо. Я полагаю, 6 метров здесь расчищена. Камеру бы не сдуло. Есть, вон смотрю, вот это самые красивые места. Вот тут федерация будет. Никогда в жизни не поднимешься. Там тоже вопросом задавался. Ну давай наши приоритеты. Наш приоритет. Ну, все, дорога широкая, три полосы считай. Машины стоят, а мы разъезжаемся. Да. Год назад такого не было. А вон въездная группа. А это что за КПП? Ну, вот это наша и есть КПП, это не наше КПП. Это такое, знаешь, непонятно какое КПП. И где там? А? Вот мы еще не приехали. 2 километра до въездной группы. Вот въездная группа. А это что было? Это Чехилина. Я не знаю. Вот. Производство откроют потом. Откуда я знаю? Почему здесь дрова лежат? На каком основании? Никто ничего не говорит. Никто ничего не знает. Я тебе поэтому я говорю. Ну разве это не резонный вопрос? Вот даже кто заинтересовался. Что здесь делают дрова? Я тоже хочу знать, что они здесь делают. Но мне никто не спрашивает. Да лежат никто в интерьере. Эко-магазин. Назвали будет пятерочка. Ну какая пятерочка? Эко-магазин. Пятерочка. Здесь увидишь флаги, Северная долина. Ну и сразу гнать, короче, в те участки. Надо все посмотреть, куда гнать. Сейчас карту выдаст. Ну куда гнать? Сейчас мы все это выясним. Вот тебе лес такой. Нравится? Нам надо 600-ночно сразу ей сказать, что нам 600-ночно. Вот эти дома, которые построены. На продажу. Вот эти. По-моему, да. Вот они все одинаково в дерьмовом проекте. Да. 97 что-то там метров. Да.
вот это под сдачу. Дома 5,5 или 7. Вот они все идут. Дома 7. А у них спирт-панели построены. О-ля-ля! Привет! Долбогномики! Попасики! Да, вход за нами. Вот еще дома, вот эти дома, вот они по 12 лямов работают. Вот это 12 лямов! А он на плите стоит. Видишь, все деревья убраны. И здесь болото. На болоте построили дома. Я вообще... Я думаю, вон там. Вон. Вон там, видно сразу. Вот, ну, Серега, вот. Ну, как болото. Неустойчивые грунты. Да, здесь, конечно. Ну, видишь, вот уже все раскопали, все. На 108-х карабас-барабас. Движение активное, конечно. Вон фреймы уже какие-то. Вон фреймы какие-то стоят под сдачу, значит. Но их на продаже нет. Фрейм это вот такой? Да, да, ну рамка, да, А-фрейм. Ну, называется тип альфа. Альфа не прижилось название. А-фрейм прижилось. Да, нам 4 километра. До озера получается 2 километра. Вот там вот вначале купишь, до озера будет тебе 2 километра. Да, вот эти фреймы. Ну это говно, вот это под сдачу строится. Ну, а под сдачу нормально. Под сдачу, да. Зато ты на одном участке 10 домов поставишь. Вон, видишь как? Это в принципе хорошо. Как его называют? А вот озеро. Я прошлый раз не доехал, мне неинтересно. Мне таблички интересны, как землю смотреть. Все? Да. А. Какие бумаги? Слушайте, вам пальчик и вам пальчик. У вас прямо количественно только двоим. Это? А вам еще надо пальчик? Я бы домой взял. Но мы с ним разные. На двоих. Я вам выдам еще. Мы подеремся. Я вам выдам еще план, не переживайте. Мы подеремся. Смотрите, давайте на одном, пока я буду показывать, как пример. Да, хорошо. Вот здесь, где начинается вторая вывеска большая Экофорест, это начинается массив. До этого был просто подъездной путь до территории Экофореста. Вот мы доехали, сейчас мы стоим. И завтра с утра, да. Ладно, или в крайнем случае я вам вечером ее оставлю в воскресенье, чтобы в понедельник сделать. Спасибо. Да, спасибо, да. Всего доброго, до свидания. Она сказала, здесь по-братски стоит. Мне как-то показывает, я не слышал. Я говорю, здесь есть люди? Нормально. Ну, все посмотрим. Забыл здесь вот эту подсыпку. А там? Там еще что-то можно выбрать. Пожалуйста, как подсыпку? Ну, подсыпать надо. Ну, низкие участки остались хорошие. Посмотрим вот. Ну, где их вообще? Где надо все подсыпать? Там? Здесь. 6. Здесь, да. 6. Подсыпать надо. Я говорю, уже почти все разобрали. Сказать, но...
стелящиеся корни. Нормально. Это супесь. Это супесь называется. Я чувствую, я пролетаю здесь. Фанерная память. Видишь, там сказали через защиту въезд. Здесь уже через какой-то новый Токсово. А что это там за садоводство такое, новый Токсово? Так это оно так и называется. Новое Токсово. Не новое Токсово, а новое Токсово. Садоводство? Да. Что-то я такого въезда там не видел нигде. Вот мне интересно посмотреть, где этот въезд там. Что-то я не видел я. Вот мы с тобой ехали от магазина. Что-то там озерное, что-то еще. Я не видел там ни одного въезда. А когда он не почищен? Видишь как? Да, ну смотри. Чего здесь? Если другие плетут. Ну приедь ты на 20 минут раньше, будешь стоять там. Я не понимаю. Да нет, она когда-то приехала. Видишь, какая машина у нее. А была эта самая Hyundai Creta. А теперь на тебе. Не прикидывается. Все, Creta нафиг не нужна. Бабки есть. Приехали, что ли? Слушай, ну если весной, то лучше через то заезжать, вместо чем через это. Я согласен. Нафиг мне это надо. Ну от озера. Вот где здесь озеро? Ну где-то вот есть. Вот оно там. Ну так, а по карте кажется, что оно прям тут близко. Вот, прям совсем. Ну все. Так, вот это 418-й. Это которые? То, 400. Что вы просили? Да, да. Для ну, вот они пошли. А, понял. Вот такие. Вот они, да? Они ровные, высокие, угу. Сухие. Ну, это 400. Да, а это то, что будет вот эти отдельные. Ой, ключи. До какого а я здесь уже что-то куплено? 390. Да, уже... там два участка куплены. Я до какого они? Ну, на нормальные. Вот до какого номера? 396. А спасибо большое. Отмечу, чтобы не выбирать. Сейчас. А мы сейчас туда доедем, я покажу. Все, берите большой план, вот, грубо говоря, по плану. Вот дай это план. Видите, какая она вся улица? План, но на каждой плюс-минус вот, где-то сосны, где-то ели. А провода когда? Это Ленэнерго. Ленэнерго, да. Это все да, такие березы тут ой-ой-ой. Отчаянные. Тут все участки, видите, плюс-минус вот в такой вот серии. Скажите, пожалуйста, здесь что-то какие-то деревья можно оставить? Какие надо убрать деревья в первую очередь? Это здесь? Вы вообще можете с ваш... точки зрения, ну, безобразно. Это, ну, это вызываете березы своего убирать. Прораба и все что угодно. Да? Березы убирать. Это березы, листьев, да. Например. Листьев? Не, чтобы не попадали, я имею в виду. Так и сосны падают. А падает все. Балда, блин. Я ж не знаю, какой у вас там концепция. Может, вы в этот домик пишете в это в поля. В ветки! Не, ну потом, чтобы дерево не упало на дом-то. Это ж... То есть, Вика, а вот здесь откуда будет выезд? Вот здесь? А мы сейчас вот здесь. Мы сейчас туда доедем. Пока... Мы сейчас вот здесь, да? Да. Так это выезд на самом деле туда, защиту тут. Там новая Токсово. Сейчас мы выйдем. Я перестаю. Ну, я что-то падало. Провода здесь не дождешься. Знаешь, у тебя провода натянуты, у тебя тут деревья. Вот занятие. Это, как говорится, не наши проблемы. Надеюсь. Да нет. Ты не сказал, что тут земля такая волшебная. Здесь я вижу, сначала сказал, сухое, сухая. Боятся, между машин метр, а, не разговаривают. Ну, они разъехаться боятся. 4 на 4, я тоже себе такую шляпу. Тебе-то куда ездить? Ты что, смеешься? Да, ну там расход будет сумасшедший. Ну, да. Там не будет 5 литров расход. Ну никак. 8. 12. Да, 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 да. По городу полный привод 25. Там уже, смотри, хвойные пошли. Ой, хвойные, лиственные. Которые вообще неустойчивые. Мы едем вверх, я тебе хочу сказать. Это что значит? Значит, горку? А, понял. Ну да, да. Граждане, мы едем вверх. О, песок, кстати. Кстати, да. Это привезли или накопали здесь? Что-то я не понял. Что это деревья-то? Она сказала, там говорит, все асфальтовые крошки. Я тоже сам не сказал. А мне в офисе сказали... А вот сказали... интересно, как этот дядя за мной проедет? Мне даже интересно. Ну что у него 160 миллиметров про свет? И что это такое вообще-то? К чему? Я бы здесь точно не проехал. А она-то что, я не понять-то. Я там точно сейчас жопу задевать.
смотри, вот прям аккуратно, потому что по горбушке какой-нибудь проедется. Да, дядя будет сложно. Я думаю, здесь, вот здесь по горбушке идти, да. Дядя там не только. Ну камень кому-то повезет. Большой. Нифига себе, он денег стоит. 30 варик, я не подам. Зачем камень? Для декора еще продают большие. Я был на складе, где большие камни продаются. Ну потому, все понятно, я понял. Это действительно, ты был прав, это береговая линия. Все, я только она вытянута. Все, я понял. Почему здесь 300 тысяч за сутки? Потому что здесь три линии, условно говоря, да? Вот мы едем, вот там внизу дорога. И поэтому это на берегу озера фактически. Как он проехал это безумие, там, черпая, наверное, себе. Ну да. Не, лишний раз все-таки успокаиваюсь. Да, вот там озеро впереди. Да, подъезды уже сделаны. Так, ну поехали. Ладно. Здесь хотя бы таблички, слава богу, из снега торчат. Вот озеро. Да. Получается, что это не защита, значит земля прочистана. Значит, 900 это хорошо. Но здесь только тут уже казалось, вон озеро, домики. В принципе, домики такие симпатичные. Вон озеро, смотри, как красиво. Да. Но там на берегу уже люди базовые. Значит, там будет кафе, рестораны. Значит, это большой плюс. На даче, там будет вообще. Дача через там неделю тебе надоест и захочется. Упала вообще. Сейчас у нас должен быть еще левый поворот. Нет, ничего, она ва-банк пошла. Ну, насчет вранья своего. Вон, вон передатчик стоит, который мы рядом шли. Вон там, может быть, купола стоят. Я сейчас не вижу. Вот, вот передатчик. Приехали. Вот они, 20-й. Вырубайся. Так, 13-й. Ну вот это вот что? Это не защита, иными словами. Или это за. Я вам дам телефончик. Да? А у них где въезд? У них с той стороны получается озеро. Какой той? Вот с этой. Нет, нет. Но мы сможем сейчас выехать через них? Нет, не нет, чищено, не чищено, мы не выйдем.
тоже нечищенную дорогу видят. Ну, а они со своей стороны отвал, вы чем будете, ну, если вы можете телепортироваться? Они-то как сюда попадают? Они никак не попадают сейчас, пока мы эти участки продаем. Зачем мне? Нет, построенные, нет, он имеет в виду построенные дома, вон эти дома он спрашивает. Они с той стороны, с той стороны. То есть мы это увидим. Да, ладно, вот, где мы находимся? Вот табличка, 13-й участок. Так, 16-й. Это уже садоводство. Это новое Токсово садоводство, да? То есть это не защита. Так, вот это болото, судя по всему, да? Неужели болото будут продавать? Так а здесь и участков нарезки нет, Серега. Здесь же нет участков. Это болото. Ну и вот это край, это то же самое болото, такое же. Вот этот край, это все болото. Сосны такие же чахлые. И кустарник такой же чахлый. Да, здесь земля полна сюрпризов будет. Ну смотри, здесь можно купить крайний участок к лесу. Это будет круто. Они всегда дороже были. 27-й, где? Вот это вот уже интереснее. Так, где 27-й? 27-й и туда. Соответственно, это крайний к лесу, правильно? Да. Вот это интересно. Ну, я понимаю. У нас в горку туда. Туда в горку, правильно? Надо смотреть, значит, оттуда, от тех бревен. От тех бревен. Так, это вот дорога. Здесь, по-моему, везде болото. Здесь сейчас вообще не страшно покупать. Это пока снег не сойдет здесь до мая месяца. А он здесь будет долго сходить. Это же лес. Он здесь. Да, у мужика карандаш упер. И вот идет дорога вверх. Видишь, небольшой вверх. Надо дойти до крайней позиции на горе. И там да. и смотреть. А это все низина. И смотри, вот это будут дороже участки. Вот эти справа. Вот эти? Конечно. Почему? Любой крайний участок. Ты открой карту, вот ту дорогую. Там ты ценник будет выставлен 350 за сотку. Почему? Ну так, правила такие. У нас было то же самое. Я брал по 80, сбоку леса по 110 были. Здесь весь лес был 350 крайний. Да, там дорогие купили пассажиры. Землю, они сразу. Сказала, какие купили. Что какие купили? Участки. Здесь? Да, мы это на горе взяли. Кстати, надо было спросить, да, у нее. Номера-то. Вот там. Ну ладно, посмотрим хотя бы. В конце концов, мы уже. Ну что, да? Блять, лопату не взяли. Твою маму. Ну здесь это перемычка, мы сейчас по дороге, там перемычка, мы сейчас дойдем. Вообще я бы взял, ну здесь копать нечего, здесь болото. Ну по деревьям видно. Да, а здесь что, лучше? Тоже болото. Такое же точно болото. Правильно она мне сказала, по 300 тысяч, там, говорит, бомбезные участки. Вот с 13-го там, нет, какого там, не с 13-го, тут другой номер там. Она говорит, единственные высокие участки, можно посмотреть там по 1,5 миллиона. Так, 34-й, Толик. Ну это подсыпку надо делать. 36, 35, 36, 37 последний. Вот она едет, останови, кто, какие номера куплены. Спросить можно. Я думаю, там на горе и куплены. Махни рукой. Я понял. Так, вот это номер 36. Вот, смотрим. Дорога въездная, да, некая. Так, 36. 36. Низина есть? Низина есть. Сейчас будем копать. 36, туда идет 35. Так, вот здесь уже нету ничего. Здесь ничего нету. Тридцать пять. Надо здесь покопаться, болото или нет. Это мы легко поймем. Ну, этот участок, он ниже машина, даже дороги. Предложение. Вот обойти все. Давай. Взять и просто проехать. Давай, хорошо. Вот к этим. Да. Я предлагаю вот отсюда начать и поехать. Ты ориентируешься, да, уже? Вот эти участки, чисто в теории, они крайние к лесу. Где там что там от леса осталось. Болото, я понимаю. Ну, в теории вот так. Подсыпку я делать не горю желанием. Столбов нету. А, кстати, столбов нету. Ну, это год здесь будет все это делаться. Черт. Ну так смотри, ну в окружении лес. Действительно, это такая типичная такая дача. Уединение. Уединение. Здесь вот можно там, я не знаю, там пойти медитировать на болото. Собаку Баскервилли завести какую-нибудь. И развлекаться с местным населением. Пугать его. Пугать его, конечно. Ну а в этом и заключается смысл жизни фактически. Понимаешь, делать гадости. А вот эти вышли.
Вот эти выше участки. Как будто бы да. Дорога как будто там выше, а участки... Вот 30-й участок. 30-й выше. Ну, сосна это не болотная сосна, вот это вот. Вот нет. Та вот сосна, вот. Так иглы, специфические иглы. Как будто болото. От 30-го до 30... Ну, плюс-минус... До 38. До 20. Смотри, а там холм, что ли, какой-то даже? Да, да, холм. Это надо дойти будет? До границы тех участков, понять, что там. Ну, пошли. Нырять будем? Ну, ты сейчас снега наберешь себе. А как иначе? Лопата? Нет, у меня-то все уже лопата, слушай, предусмотрено. Широкая. Ты шаг... Ну, давай сюда подъедем все-таки. Давай сейчас поедем туда, значит. Давай. Потом все равно приезжать сюда. Да, да, да. Нет. Ну, здесь уже явно, что дело нечистое. Болото. Надо понять, болото здесь или нет все-таки. Вообще-то здесь и понимать нечего. Это же болото. Не, ну с землей, чтобы не работать. Вообще-то не болото, это топь. Вот это уже топь. Это топь, это не болото. Я так чувствую. Он как красивая какая сосна. Изгиб какой красивый. В елочке. Так, значит, мы одну крайнюю позицию прошли, да? Идем до другой крайней позиции. Да, пошли справа. Нет, подожди. А, или дорога еще, в центре здесь да, дорога. Да, до поворота. Вот до этого. Упираемся еще один участок. То есть это, Серега, не защита, эти дома. Да. Ты чувствуешь, она объясняет? Очень так тяжело ей дается объяснение. Она как-то путанна. Какие-то в показаниях путается или что? Она, я не понимаю. Она спасила это. Да. А, и это тоже при, как бы, часть, да? Ну, не будет, ребят, это не значит. Слушай, ну, это, может, еще и... Так пошли к машине, Серега. А пошли, пешком быстрее. Ну, только к машине, только... Так, значит, мы приехали вот сюда, да, наша машина стоит. То есть, Серега, еще раз. Раз аллея, два аллея, и три аллеи. Три аллеи, третья аллея. Мы две прошли, ну, на вторую... Да. Но он на обочине двух дорог, слушай, на стыке. Да, сам принцип у тебя, это с двух сторон дорога. Ты отступ будешь делать по 5 метров с каждой стороны, если что. Понимаешь? От соседа ты 3 делаешь метра, от дороги 5 метров делаешь отступ. Если там дом расположить захочешь. Что это за садоводство? Все равно я так первый раз в жизни слышал. Новое топовое садоводство. Я не слышал такого садоводства никогда. Мы с тобой идем вот так сейчас. Ага. Вот так. Вот участки пошли. Это уже участки? Да, вон. Подожди, где мы идем? Вот этот участок. А, все. Седьмой. Уже так, вот, начинается. Да. Вот номер 7. Вот стоит. И вот пошло. Послушай, а вот это место может быть неплохое, потому что в направлении домов. Во-первых, здесь места мало. Здесь вообще нет. Ну, вообще шикарно. Здесь уже дома стоят. И вид на дома. Люди любят вид на дома. Да. Ну здесь на дорогу ты глубоко. Здесь только 5-й, наверное. Слушай, стороны света изображены? Нет. Не изображены. Да. Тварь. Вот блин. Ну можно понять по тарелке. Ну ладно. А, кстати, да. 5-й, 6-й неплохой, кстати. Здесь нельзя, здесь нельзя. Это 6-й, это 4-й. Чёртова лотерея, это такое казино. Ну здесь, видишь, здесь ниже относительно дороги перепад сантиметров 70, наверное. Да, там вообще жопа, если взять нельзя. Это все сыпать надо. Здесь вот какой-то холм. Здесь сейчас нету стороны правда. Вот здесь, мне кажется. А ты два, сосны хорошие. Вот это не вот здесь. Брать. Что-то у меня тоже здесь какой-то. Ну, честно, здесь надо все пилить, эти. Здесь это все под спил идет, все березы, все под спил. Здесь даже ни одной сосны не будет, не останется. Да, конечно. Да. Типа выезд к ним. Ну, поехали. Подожди, а где выезд к ним? Тут, наверное, 12-й и 13-й. Вот туда. А, вот 12-й, но, наверное, одни из высоких. 12-й и 13-й уже куплены, пошли. В обратную сторону. Так вот машина-то наша. Вон наша машина. Вот, ну пошли. Так а зачем идти-то, мы сейчас все обойдем. Ну лопату не будем брать? Я хотел покопаться хотя бы где-то. Здесь жопа. Ну давай лопату-то возьмем. Здесь жопа, вон тоже низина. Видишь, все уходит вон туда куда-то. Ну да. Эти уже уехали. Так, это вот здесь будет дорога, да. Я правильно понял? Я так понял, что да. А-а-а. Вот здесь будет дорога. Вот эта дорога будет здесь. Видимо, да, видишь, столбы стоят. Так, можно там этого пройтись пока. Так смотри, вот здесь теоретически уже можно подключение делать вот от этой ветки, да ведь?
Вот эта вот ветка столбы идут. Понимаешь, здесь еще неизвестно, по какой стороне будут столбы стоять. Ну это уже куплено, да. Это куплено. Ну да. Так, а куда эти гаврики уже свинтили? Смотреть. Ну, черт, земли, конечно, очень сложные. Я думал, все будет гораздо проще. Так, 20-й. До 20-го земель нету, да? Еще раз покажи мне. Так, где мы находимся? Вот эта точка. Ага. Мамуся звонит. Алло? Не, ну мы еще ходим, смотрим. Ну, такие специфические земли, конечно, в основном это болото и низина какая-то. Но дешево. К защите якобы относиться не будет. По определенной причине. Это другому садоводству. Садоводство называется Новое Токсово. Я таких названий не слышал даже. Рядом с нами и садоводство Новое Токсово. Я не понимаю, что это такое. Ну вот, не знаю я. В общем, я здесь видео снимаю. Да вот сейчас за лопатой пришли, сейчас пойду ковырять. Ну, нет, здесь мне выбрать сложно. Я думал, проще все. Ну, домов настроили, да хрена. Здесь и все богатые дома, да. Так, ну все, не могу говорить. Так, участок, это что, 20? Начинается, это 19. Начинается. Так, вот это 14. 14, 15. 15-й участок. Ну, 15-й, посмотри. Он здесь самый высокий, он без деревьев. Да и хрен с ним. Ты знаешь, 16-й лучше. Ну, они туда дальше. Это там вот те деревья, это низина, она относится к этому самому, к участку. Вон та низина. 16-й, 15-й. Я обвожу. Длина какая? Ширина и длина участков. Так, 19-90, 20 метров. А, это вообще 5,5. Это 17. Это 5,5. Длина какая у них? 30 метров. 5,5 это аж туда. 5,5 соток. А мне больше и не надо. Да не надо тебе больше, а зачем? Даже дешевле будет. Тогда вообще вот этот брать. Да. Так он не на углу, он на углу вон тот. Вот это самый лучший. Это какой-то 16-й, да? 15-й, нет, 16-й лучше. 15-й там уже он пошел туда вниз. В низину. Вот 16-й лучше всего. Ну здесь, считай, ничего корчевать не надо. Кусты там порубило, а там деревья в конце можно оставить просто. Ничего не трогать их. Да ладно, это не имеет значения никакого. Люди не отдупляют нифига. Такие же колхозники, как и мы. Ну. Так, 18-й. Короче, одна низина, ничего здесь стоящего нету. Одна низина. 150 тысяч за сотку. Если 5 соток, это получается какая цена? 600-750 рублей под 800. 5,5 соток в районе 800 рубликов. Да, 800 рубликов. Прекрасный ценник. Ну сколько здесь земли надо вбабахать на подсыпку? Рублей на 100? По идее, не так и дорого. Так, это вторая дорога, да, у нас? Там первая, там третья. Какая красная машинка, китаёзная, Джили. Оля-ля, ключи вставлены. А, да, тупиковый проезд. Вот дорога будет прямо, как сейчас мы идем, да, Серега? Так, ну ладно, хорошо. А что, местные, по-твоему, что ли? Работяги? Так, справа уже нет, да, никаких колышков, я смотрю. Ну, здесь видно, что совсем плохо все. Ну, здесь и нету участков нарезки. Да. Видишь, она сказала, это последние участки, которые здесь можно, под нарезку, да, дают. Больше не будет ничего. Здесь уединение это. Ну, и озеро, в принципе, дойти можно, постараться.
На лесопед сел, да доехал. Ну это магистральный, видно, что правда. Видишь, сверху магистраль идет. Это садоводство у нас. Я не понимаю, где там въезд. Он как-то обозначен въезд, чтобы мы поняли, что это въезд. Туда далеко идти-то, слышь? Ну он идет от нас или к нам? Это мы далеко. Так, о, дом с плоской кровлей какой там вдалеке. Грунты надо спросить, какие. Прошу прощения. А не подскажете, здравствуйте, а мы вот там участок хотим купить. А какие здесь грунты, не знаете? Если дом строится. Она разная везде. То есть у нас просто здесь вот этот пятак, это одна история. Там чуть-чуть другая уже. А там болото же, да, уже? Там, наверное, дальше болото здесь. А вот здесь, в этом пятаке? Вот, тебе сложно сказать, да? Вот в этом вот пятаке, вот, грубо говоря, мы сейчас... А, мы сейчас вот здесь. Ну, тут карта такая. Вот здесь стоим, вот это как бы дорога, вот она идет. Да. Вот она. Вот этот пятак, это здесь болото? То есть вот этот вот квадрат. Вот это вот. Который сюда ближе? Да, который сюда. Вот это вот. Мне кажется, здесь, наверное, еще не болото. Болото там дальше. Болото вот там, да, туда, вот да. Смотрели. Скажите, пожалуйста, а как садоводство это называется? Сказали, Новое Токсово. У нас Новое Токсово, да. А как выезд отсюда осуществляется? У нас через защиту. Сказали, что через вас это будет через въезд. Защиту. У нас через защиту сейчас. То есть вы платите. Сказали, защиту, что... Конечно. Так, ну, значит, мы идем опять по дороге. Это уже первое, да? Вот это первое, как бы, да, начинается. Мы по второй прошли. Вот 12-й участок. И идем дальше. Какой там 11-й? А, первый. Первый, кстати, номер один. Я никогда не видел, как выглядит первый участок. Ну, здесь, смотри, с ямой даже. Смотри, какая красота какая. А, кстати, там уже готовый сосед, слышь? Серега, забор-то уже готовый. Ну, не знаю, на какую сумму. Второй участок. Зато забор уже есть с одной стороны. Считай, 100 тысяч тратить не надо. Одна полоса порядка 100 тысяч стоить будет. Третий участок. Так, вот это 10-й. То есть он имеет уклон некий, да? От дороги. Ой, все это болото, мне кажется. Сплошное болото. Не знаю я. Так, вот номер 3. Какой-то холм, не холм. Это снегом занесло здесь все так. Третий участок. Ну это болото, понятно. Надо было спросить, сколько они платят в месяц. Или за год. Ну вот у парня надо было спросить, у этого. Мы не спросили. Так, что мы дальше видим? 4-й участок. Яма. Яма конченная. Вот это. 4-й участок. Дальше мы идем. И видим участок номер 9. 7,3. Вот участок номер 9 туда идет. О, какая красивая сосна. Я так понимаю, здесь это единственное, на что можно посмотреть. Ты какую территорию? Ты будешь инженера вызовешь? Инженера вызовешь, он тебе все померяет. У меня телефон есть. Значит, не будешь покупать участок. Вообще перемерить надо. Ну, я тебе телефон инженера дам, он приедет тебе там. По-моему, 4 тысячи, что ли, стоит. Смотри, какая сосна красивая. Ну это смотри, уже вот судя, смотри, по зарослям, эти заросли плавно переходят в болото, в топь. Но то есть они похожи, заросли похожи, я не понимаю, что там под сосной. Даже смотри, эти сосны-то уже такие, с мелкими иглами. Ну, сказал, здесь еще не болото, а вот там уже болото. Там болото. Смотри, какие сосны-то, как какие-то карельские, да? Сухая сосна. Надо было пилу взять, я бы сейчас ее спилил. Красивая сосна.
Ну это макушку надо было спилить. Макушку спилить мне можно было бы, красивая сосна. Стелящаяся под потолок. У тебя пила есть? Ой, серьезно? Я спилю ее. Вот спроси местные они. Ну, вид красивый, конечно. Такой специфический. Понять бы, что какие вопросы задавать еще. Что спрашивать-то? Ну, люди сами ничего не знают. Это в садоводство, неправда, не обманывай людей. Садоводство? Нет, садоводство. Ну там просто дорожки обычные, дороги, не чищенные. А озеро туда. Туда лучше не ходить. Куда? Туда. Почему? А почему? Там засыпано. Мы только что оттуда. А, ну это же садоводство. Же... Из этого же. И как оно, нормальное садоводство? Ну, мы... Слушайте, а выезд все-таки через защиту, да, на машине? Да. Да. А сколько платить надо каждый месяц? Или в год? Не помните? Просто мы вот здесь хотим купить новую нарезку. Болото, скажи мне, вот 30-й участок. Сказали люди только что, что здесь везде топь. Даже не болото, а вода стоит, тупо вода стоит. Но дорогу сделали, засыпали чем-то. Если вся дорога не поплывет еще. Что? А смысл туда идти? Там это ледяная корка сверху, после дождей. Так, ну вот это болото явно, да? Какой-то участок, 25-й. 25-й участок. Пошли к крайнему участку, что ты прицепился к болоту, слышишь? 31. 31, вот 31. Идем мы дальше. И подходим мы. Каким-то неведомым чувством. К 32-му участку. Это, конечно, авантюра. Видишь, 500 рублей в защиту все равно заносить надо. Слушай. Да какой хороший, как гомосексуалист какой-нибудь. Старые военные, кто они все? Так, вот этот вот, не кажется тебе выше? Или выше туда все-таки идут? Мне кажется, выше вон там 30-й, как ты правильно сказал. Здесь тот, то ли, вот, вот я почему и говорю, вот мне кажется, там сосны даже другие, а здесь уже какой-то валежник. Смотрите, нам надо дойти до... Хороший председатель, юмористка. 37-й последний. Я не хочу крайне участвовать. 34. Нет, я бы вон там бы взял, там нет дороги, это гораздо лучше. У тебя был бы один сосед. Задумайся. Извините меня за английский, но там болото, а тут, чтобы оттуда... Ну, болото... Лезло, нет, это болото другое все дело. Все друзья, здесь вообще ужас. 35-й. Да здесь все... Пошли нормальную землю по полтора ляма смотреть. Здесь еще это будет, кстати, защита дебильной связываться. Поехали военный. Хороший военный, это мертвый военный. Типа аукционный. Да, поехали туда. Да там и за полтора я бы взял бы миллиона. Ну, здесь, ну... Я фиг знает, что это такое. Ну все, вот последний 36-й, да? Да, все. Ты 37-й вон там, наверное. Ну здесь болото. Дом ужасен. Да. Ну конечно, мелиорацию надо делать, но кто это будет делать? Я, честно говоря, не готов. Это годы надо вложить сюда. Год-два. Что-то темнеть стало или мне кажется, в глазах темно уже? Сколько? Так, это у нас Экофорест 2. Где дома? А мы мимо них, кстати, тоже вот так вот ехали. Мы вот здесь налево повернули. Какой-то. Ручей течет прекрасный. Здесь, мне кажется, мрачный. Это вообще капец какой-то. Я не понимаю. Все натуральное, ну не натуральное, цементно-песчаная черепица лежит, кстати, на кровле. Ну, думаю, конских денег и стоит. Ну, видишь, здесь в соснах они оставили сосны. Это под сдачу, ты говоришь. А, нет, это под продажу. Это не под сдачу. Под сдачу сейчас я тебе покажу. Там с плоской кровлей и треугольная такая кровля там. Два участка куплено. Никто там, не знаю, ну люди купят, конечно. За твои бабки купят, то попадут в лапы. Ну вот под сдачу.
мы ехали там мимо этих самых афреймов. Афреймы там. Вот мы на это ехали. А афреймы там стоят. Наверное, да. Нас тут какими-то огородами вывезли. Ну, может быть, огородами, да. Здесь, кстати, частники ехали, да, вообще. Мы там ехали. Ну, какая налево поворачиваешь, какая разница. Здесь параллельный, да? Здесь параллельный дорога, здесь не запутаешься. При всем желании. Зато посмотрим домики. Давай. Ну, это, конечно, такой цыганский вариант. Ну, с кирпича. Мы поедем, кстати. Да, да. Так там уже все. Мы вот по кромке едем леса. Ну, лес, конечно, прикольный, все. Вон, винтовые сваи закрутили. Топи здесь никакой не будет. Здесь понятно. Ну, 1,5 миллиона. Здесь 1,5 миллиона? Ну вот белый участок. Нет, здесь это еще, если мы здесь едем, это все по 300 тысяч. Хотя здесь озера нет никакого. Нет. Надо ту землю посмотреть, там где по 1,5 ляма. Я, в общем-то, их-то и хотел посмотреть. Я эти и не думал смотреть, я думал, что там какая-то херня. Ну, какой аккуратненький домик, посмотри. Маленький, а вроде и не маленький. Это все, это покраска, заводская покраска. А, вот они. Это не сами они красили. Вон где мы ехали. Да. Теперь можешь переворачивать и смотреть, что тебе надо. Вот, приехали. Куда? На переверни, что смотреть. Где? Я не понимаю, где мы. Ну, остановись, я не понимаю, где мы находимся. Вот мы где находимся. Ну, где-то здесь находимся. Вот они. А, вот они. Вот, наверное, эти дороги. Ну, надо вот сюда подъехать. Боже, у тебя навигатора нет, Толик? Нету, ты, нету навигатора. Ты страдаешь из-за этого. А что мне страдать? Ты едешь за рулем. О, какой хороший дом. Ну, чтобы навигатор подключить себе интернет. Ты 100 рублей экономишь. Жлобишься. Здесь нету ни навигатора, ничего. У тебя в телефоне нет навигатора? Его не установить. Он не, уже Android старый. Все там можно установить. Нет. Не ты можно. Не можешь Яндекс установить? Еще скажи, что ты Яндекс не можешь установить. Он не устанавливает, то есть он... Вот мы с тобой где, в угол мы с тобой. Вот, Экофорест. Так, вот здесь смотри, где мы? Экофорест. Вот мы вот здесь. Вот здесь. Вот здесь вот. Значит, поехали, давай. Так, туда надо ехать. Ну, правильно? Почти, да. Поехали туда. Надо посмотреть, вот к этому массиву проехать тупо, да и все. И надо там ничего больше рыпаться. Эти отдельные участки мы не будем смотреть. Так, значит, вот я держу карту, вот мы вот так едем. Этот домик такой серенький такой. Ну да, вот как раз мы там сейчас. О, видишь, уже чашу купили. Это под сдачу. Вот эта чаша такой закапывать надо. И что чаша? Купаться. Терраска такая, прикольный дом. Только это два все. Электричество вон два раза уже принесли. Да. Вот здесь уже люди с электричеством. Даже уже, видишь, подсветку участков изгаляются сделали. О, ля-ля-ля-ля. Месье, сильвупле, какой дом. Красиво покрашено. Вот это мне нравится. Как эта выкраска так сделана? Это все, по-моему, построено Экофорестом. Все одинаковые. Да они какое-то говно строят. Это какая-то фирма зашла. Это под сдачу дома. Вот они под сдачу. Целая улица. Да. Так, нам главное не пропустить аллею. Какую? Вот сюда. Когда последняя? Ну, давай нам на предпоследнюю. Вот, вот сюда. Предпоследняя вот. Давай вот здесь посмотрим. Надо вываливаться. Здесь непонятно где. Ну, ну там леса, да черта вот этому участку. А какая, да мне пофиг уже на лес. Так вылезай. Ну, что ты стоишь? Ну ты все, ждешь. Так, карту брать? И бери. Пошли. Пошли. Вон машину поставь. Вот здесь поставь машину, чем ты недоволен. Вон здесь поставь и все. Здесь люди объедут. Ну, нормально. Зашел. Так, правильно мы идем? Посмотри, на тебе эту карту. Куда ты хочешь попасть? Ну, вот к этой группе, к этих домов, вот к этим домам. Куда вот, раз, два, и дальше вон, пожалуйста. Вон там на горе вообще.
Давай посмотрим это на горе, там вообще сухо будет, стопудово. Вот, раз, два. Слушай, да, домики маленькие, сейчас... смотри, как красиво. Видишь, ламельки трех этих самых размерные. Надо москали здесь это строить, да? Ну, эти дома принадлежат. Хрен его знает. Кстати, смотри, как здесь можно. Просто, смотри, тупо кинули соплю и все. Вот твои участки, вот они. Блин, номеров нету. Вот они. Че номера-то? Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну здесь не так-то и много деревьев. На этой стороне и на той. Вот шесть штук. Надо здесь низина подсыпать. Тут жопа, Толик, он тоже топ. Вот здесь вот это вот конкретно низина. Я вижу здесь какие-то провалы. Тут не провал, какой-то он канал. А ручей, тут же ручей может течь. Да. Точно. Нет. Здесь где-то может течь ручей. Ну вот он. Ну явно, что это либо канава, либо ручей. Ну, в общем, вот такая задница. Надо хотя бы какой-то номер найти, чтобы нам привязаться к местности. Да, они все тут вон. Ну надо мне номер найти, чтобы точно знать, ты понимаешь это или нет. Я думаю, они не знают, какие номера. Да они откуда знают эти лохмандеи. Ни одной таблички нет. 201, 202, 203. Да. Первый, 202, 203. Так, хорошо, крайняя позиция, это вот это? Ну там какие-то, какое-то, да, есть. Ну это вот это, да, крайняя? Что там да. Уже кто-то вон тут бубурешки пилит. Ну вот здесь видно, что кто-то что-то делает, да. Уже. Значит, здесь вот этот, наверное, да, последний? Здесь 201, здесь 202, 203. Ну это самый высокий из всех тех, те уже спуск. Тут выше, да, это низина. Не, ну там уже чужой участок. Да, тут уже низина. Так, дальше там нет ничего? Дальше еще есть, пошли, еще выше есть. Вот пошли туда, дойдем и все. В принципе, все по... Вот 232, давай привяжемся к местности. Видно тебе? Я ничего не вижу. Вон, вот он. Вот напротив него как раз занят. Вот это он, а он то свободно. А? 204. А, 204, спасибо. Все верно. Так, ну, значит, вот эти два свободных, правильно? Ну, а как бы. Мужиков, а какие есть грунты, ребят? Ну, это люди, да, работать, наверное, приехали. Да. Интересно просто. Ну, ладно. Вот 231. А зачем так разрыли, интересно? Ну, здесь канава идет. Ну, разрыли, что-то здесь делали, что-то. Ну, вот, дальше идет. Так, вот. Вариант. Так, значит... Один участок. А, раз, два, 205, вот так вот, да? 205 и 206. Вот так, туда и туда. 205 и 206. Ну, у них, в принципе-то, как бы одинаковая эта хрень. Ну, вот здесь пойдет вся вода туда, вниз пойдет. Здесь надо что-то... Вот я тебе о чем тебе говорил, что там вот, видишь, выше, значит, грунтовые воды все сюда пойдут. Через участок туда, в низину. Ну, там будет все затоплено. Нет, это не. Так, все, там дальше нет ничего. Нет, тогда... дальше все занято. Не, ну здесь, конечно, поехали, мне. Посмотрим этот, здесь люди сохраняют деревья, видишь, особенно вон те вот. Поехали посмотрим, которые аукционные. Не знаю уж. Вон те, видишь, они сохранили с этими соснами, с елями. Перерабатывают ветки. Ну это ветки, да. Ну ветки, да. Я а сколько стоит такое счастье, мужики? Не знаете? Аппарат. В смысле аппарат? Зачистить, зачистить участок от деревьев. В зависимости от участка, то есть сделаем все. Не дробилка получается, если пень удалить. А даже пни удалить? А сколько стоит вот это все пень удалить один, например? Пень удалить, если свежий пень, тогда 60 рублей сантиметр диаметра. Ну, в среднем, допустим, он, не ну, знаю. 30 сантиметров получается, да. 30 на 60. Ты еще и сюда и пень удалить? Вообще даром. А сплит? Ну, поехали, ладно. Ну, это красиво все равно. Вот это я бы хотел здесь жить. В таком домике. Елки, сосны, все дела. На. Ну, ты понял, туда, да, ехать? Понял. Я буду снимать. Ну, кинь куда-нибудь, куда хочешь. Поехали. Такие они. То ли сдают, то ли я не понял юмора, свет вроде светится. Я думаю, что здесь уже живут. Ну да, вот видишь эти подсветка. Так, вот это
Следующий, третий участок. Это сказка на самом деле. Ты... Давай вот здесь на углу поставим. Давай. Ну это вот это прикольно, это вековой лес, вот это реально интересно было бы. Давай. Все равно. Давай. Как ни крути сейчас. А что на аукционный? Здесь вот нормально, вон люди уже построились. Что на аукционный тогда? Первый некий. Это второй и за ним. Вот все, дома под сдачу вот эти вот все. Все одинаковое. Ну такой, с ямы, да? Вот он, да. Точно это он? Надо... Да, 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 третий, вот. Да. Тут жопа. Ну это гораздо меньшая жопа, чем мы видели. Вот там номер какой? Вон там 22. 22, да, номер. Да? Да, это он. Ну, по сравнению с тем, что мы видели, это еще ничего. 22. Слушай, он ну, относительно других, да, он низина. Он самый низине. Да, ну я тебе так и говорил. Но это не та низина, то, что мы с тобой только что видели, извините. И напротив, 144 продает. Вот это. Какой там ценник? Это... Белый или нет? Белый, белый. 250. Сколько соток? А сколько соток 6. Там? 6, да? Вот это 144, да? 6, 144, да. Так, а где у него граница, падла? Ну, наверное, граница это от будки. И пошли дальше. Продается еще. Здесь смотри, какой плюс. У тебя по твоей. Столб стоит по твоей стороне. Да. Это большой плюс. А здесь надо еще бабки за столб платить. Это продано. Низина продана. Да. Слушай, может соснами купить, а? И вот этот свободный. 144-й. Ну он вообще пустой. Не, я бы с соснами хотел. С елками. Нафиг не пустой. Я не хочу пустой уже. Хотя, ну это прикольно на самом деле. Если здесь болота нету, конечно. Но это все под сдачу. Вот здесь вот будет, вот смотри, видишь, чаша стоит. Это все под сдачу. Москалина это строит. Все. Что, вот, вот это все свободно? Нет, это все. Вот это свободен? Что мы там видели номер? 144? 144 свободен. Один занят, и еще два свободны. Да. Два свободны. То есть вот это и вот это свободно почему-то. Ребята, а вы не знаете, вот эти дома под сдачу строят. Это москали принадлежат москалям или петербуржцам? Нет, петербуржцам, да, принадлежит? Ну, девелоперы петербуржцы. Я говорю, владельцы. Я говорю, кто строит? Я говорю, владельцы. Это же петербуржцы. Здесь это москалям где-то принадлежат. Не хотелось бы встречаться. Но здесь будет шалман, да. Здесь будет шалман. Все-таки вот эти чаши.